Из-за того, что те сами стоят. Кайл Джексон, как вы видите, у нас тут игра, да или нет? Что-то она долго грузится, она вообще загрузится или нет? Естественно, эту музыку выключу. В последующих сериях ее не будет. Мне как-то надо занимать. Все-таки я нашел пароль от одноклассников. Теперь видосы, да или нет, и птицы говорят, он будет выходить. И будет куда девать музыку. Нахер эту музыку, нахер эту музыку, я сказал. Все. Играем. Только это означает то, что никаких не будет этих. Ну и ладно. Зеленый, это значит я угадал. Красный, это значит я не угадал. Окей. На картине изображен город Детройт. Ну, вспоминая Детройт стать человеком, скорее всего, это нет. В точку. На картине изображен не Детройт, а Лас-Вегас. Я просто угадал. Зевс был тем богом, что принес людям огонь. Нет. Верно, потому что Прометей принес огонь людям, и Зевс уже наказал его за это. Танец свинг танцует под... ЧЕГО?! Я не понимаю этих слов, чуваки. Так что будем пользоваться вот это вот. Я думаю, нет. Конечно же, свинг — это танец, появившийся в первой половине 20 века. Его часто танцевали под джазовую музыку. На картине... Где нахер? На картинке изображен... Ангкор-Ват. Я не знаю, что это такое. Вроде похоже как-то. Блять, я не знаю, ну да, допустим. Ну я два раза, сука, мышка нажимает, это пиздец просто. Сломаю нахуй. Заебал, блядь. Ну да. Ух. В смысле? В смысле, увы, нет. В смысле, увы, нет. Чё, блядь? Я нихуя не понял. Я нажал да. А она сказала нет. Чё, блядь? Ангкор-Ват — это храмовый комплекс Камбоджи на картинке зеленым. Это ошибка какая-то. Это просто какая-то ошибка. Я не понимаю, как это работает. Бред какой-то. Так. Часть атмосферы Солнца, видимое во время полного затмения, называется солнечным... Я не знаю. Допустим, да. Нет, увы. Какая часть атмосферы Солнца называется короной, а солнечный венец появляется при прохождении перед светилом облаков. Изначально Христофор Колумб направлялся к берегам Индии. Да? Да, это так. Первоначально цель путешествия Колумба была Индия, хотя поплыл в Америку. Он ее открыл. Первым чемпионом Кубка Азии по футболу была Япония. Нет. Отлично, потому что первым в истории чемпионом Кубка Азии была Южная Корея, а не Япония. Амазонка длиннее, чем Волга. Не знаю. Так что, допустим, нет. Неправильный ответ. Амазонка — самая длинная река мира. Следующий эпизод. Платим за это 5 монеток. И все. Идем дальше. На картинке изображен цветок Герберы. Блин, по-моему, это маг. Бляха, неправильно. Нет, это не так. Это здесь видно слог Герберы. Согласно гороскопу, после знака Близнецов следует знак Стрельца. Нет. Отлично, после знака Близнецов следует знак Рака. Это мой. А знак Стрельца идет следом за Скорпионом. На картинке изображена российская императрица. Екатерина II вроде как-то. Блять! А вот и нет, на картинке Мария Медичи, королева Франции. Ну, они все на одно лицо, как китайцы или афроамериканцы, блин. Красное знамя — символ революционной борьбы. Впервые было использовано работниками в Детройте. Не пить, вы чё? Вы чё, серьезно? Откуда я знаю такие, блин, слова? Ну, допустим, да. Здесь же нет, вы ошиблись, жаль. Красный флаг впервые в качестве символа революционного движения был использован во время Великой Французской революции. Киев, чё? Южнее, чем Пекин. Аля-ля, я не знаю, вроде как нет. Умница. Столица Китая намного южнее Киева. На картинке изображен... Чё? Птеранодон? Может, это птеродактиль? Блять, всё-таки. Неверный ответ. На картинке здесь изображен птеранодон. Птерозавр с ростом на голове.
Селена... Чего? Селена Дези изучает яды? Но тут же нарисованы ягоды. Так что нет! Вы мне сами подсказали. Да ну-ка, они вообще конкретно меня запутали. Вы совершенно правы, Селена Дези — это наука о Луне. Естественном спутнике Луны. Естественном спутнике Луны, окей. Согласно пословице, прежде чем отрезать, отмерить нужно 7 раз. Ну да. Верно, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Так звучит эта пословица. Петр Первый участвовал в создании МГУ. Он вроде просто Петербург построил. Ну, допустим, да. К сожалению, вы ошиблись. Создание МГУ стало возможным благодаря императрице Елизавете Петровне и ученому Михаилу Ломоносову. В Аргентине манит негра. А ношение мексиканского сомбреро приравнивается к государственной измене. Да. Ошибочка вышла. Никакой государственной измены в ношении мексиканских сомбреро в Аргентине нет. Там только манит негра и все. Так, только в приложении есть, тот мне не поможет. Еще 3 дополнительных энергии. Колесико, как давно мы с тобой не виделись. Если еще мне 3 энергии подкинешь, будет вообще просто зашибись. Ну, одна монетка тоже неплохо. В клубнике содержится больше калорий, чем в апельсине. Калорий. Не витаминов, а калорий. Да. Верно. Конечно, энергетическая ценность этих даров природы зависит от условий выращивания, но в среднем клубника содержит больше калорий. Беляк выглядит так. Это заяц вообще-то. Отлично, на картинке изображен всего лишь белый медведь, а беляк — это заяц. Хоть что-то знаю. Финики растут на деревьях. Да. Это всем известный факт. Угадали эти плоды действительно... Угадали. Эти плоды действительно можно собрать с деревьев. Ну, пока что на этом все. Пока.